начинаем урок изодинамической гимнастики. Я пришел к выводу, что все-таки небольшую разминочку для коленей делать желательно. И очень полезно, вес небольшой. Я вот летом прыгал в бассейне, и левая коленка у меня как-то так это. Что-то с ней, короче, слегка произошло, знаете, вот она и не проходит, не проходит, не проходит. И вот это вот простое упражнение, когда сустав тут не работает, вернее, сустав работает, но нагрузки нету, прекрасно лечит вот эти там связки и прочие, прочие внутренности, которые у нас есть в колене. Просто замечательно. Еще Василий Алексеев говорил, он там придумал станок, ну, на ноги одевается такая штучка, утяжелитель, и он так, что говорит, вот колени заболели там, и говорит, пару раз сделал, и прошло. И вот тут разочек сделал, и очень мне помогло, то есть я как-то про коленку и забыл. Но тем не менее, а почему бы еще не поделать, чтобы все это, так сказать, нормально было. Вот, и я как раз коленочку сделаю. Ну, считаем до 25 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Раз, два, три, четыре, пять. Вес 10 килограмм. О! Отлично, проснулись, встрепенулись. И теперь непосредственно перейдем к нашей изодинамической гимнастике. Высоту идеальную. Главное вот это вот должен. Вес 400 килограмм. Так, занятие, чтобы встряхнуться, активизироваться. Сделаю три подходика. По-стариковски. Хорошо. Главное войти. Организм настраивается. Вес 450 килограммов. Задавили. И на этом закончим. 500 килогерц и хорошо. Yeah.
и хватит без фанатизма. Хорошо идет. Попробуем 200. На разочек. Задавил таки. Хорошо. Счет на 2. И это хорошо. Ух ты.
Полетели веса. Триста десять. Многие даже не понимают, что это такое, там 300, а то 400 килограмм подержать на своих плечах. А то 400 и уже 500 молчу. Подержать просто на своих плечах. Это вам не ухты с бухты. Thank you.
сороконечек хватит.